И всем привет! С вами, как всегда, Кунька, приветствую вас, как всегда, на моем канале. Ну, народ, еще 7 сокровищниц, да-да-да, 7 сокровищниц. И что мы точно знаем, что нам выпадут вот эти когти на гулю. Больше, увы, нам ни хрена не упадет. Ну, увы, чем богаты, тем и рады. Давайте начинаем открывать, начать. На эту хрень я даже не надеюсь, на лук дровки тоже. Так, это пропало. Дровка пропала. Опа! Опа-опа-опа-па! Шанс был 1 к 5. Ну, я знал, что они выпадут, как бы. Для меня это не новость, но хотя бы в мою коллекцию пойдет, и это радует. Ну, откроем еще, у нас еще 6 сокровищниц. Ну, я думаю, больше ничего из крайне редкого, ничего не упадет, можно даже не смотреть. Ну да, все пропало, можно пропускать. Открыть еще. Ну, выпадет что-нибудь еще одно. Но в прошлом ролике выпало редкое и очень редкое. Да ладно! Да! Да! Лук на дровку! Лук на дровку выпал! Да ну нахуй! Да ну нахуй! Серьезно, мне выпал лук на дровку! Я в шоке! Я в шоке! Лук на дровку выпал! Охуеть! Лук на дровку, блядь! Да ну нахуй! Блин, да не... господи, какой у меня шанс был! Ну понятно, сейчас уже не покажут, но у меня шанс там был 1 к 50 где-то, по-моему, с предыдущего ролика. Посмотрите кто-нибудь, пожалуйста, предыдущий ролик, скажите, там, по-моему, шанс был 1 к 50. Мне выпала дровка, да ну зад, да ладно, блядь. Мне просто, я просто общался с людьми, ну там, с теми, кто много открывает эти сокровищницы, смотрит таких. И они говорят, что сокровищниц, этот лук выпадает там на 1500, кому-то на 1000 левеле, мне он выпал, блядь, на 574, по-моему, левеле. Охуеть! Охуеть! Лук на дровку! Охуеть! Блять! Да ну нахуй! Три подряд! Две очень редких, одна невероятно редкая! Да ладно! Что сегодня с рандомом, пацаны, блять? Я в шоке! Я в шоке просто! Лук на дровку, на гулю когти, на скаймага крылья! Блять, да ну нахуй! Ебануться! Блин, я извиняюсь за такое количество мата, я просто в шоке. Я реально, я сейчас сижу, я просто в шоке сижу, я в дичайшем шоке сижу. А выпало очень редко, две очень редких, и выпало невероятно редко. Охренеть! Охренеть! Вот это да! Просто это, я не представляю это, насколько же я везучий был сегодня, блин. Блин, я уж думал, тотем выпадет, но нет. Я уж думал, тотем выпадет. Блин, я в шоке, лук на дровку выпал. Охренеть. Это просто что-то с чем-то. Блин, я уж думал, второй выпадет, но нет. Охуеть. Золотые когти, еще одни золотые крылья на Скаймага, лук на Дроу Рейнджер. О, господи, где моя красавица? Ну-ка, снаряжение героя. О, господи, оргазмический привет просто. Ой, блядь. Я просто не верю. Я не верю, народ. Это просто был бомбезный выпуск. Я в шоке, там... Там на Скаймага тоже что-то 1 к 50 был шанс. Золотые когти на гуль, золотые крылья, лук, охуеть. Я просто в шоке, народ, я в ахуе, просто, блядь, несите нахуй успокоительное, я в ахуе. Блядь, что это сегодня за открытие было? У меня, я сделал уже, наверное, выпусков 50 открытий. Но, блядь, у меня впервые такие эмоции, реально вам говорю, 50 открытий было сделано. Ну, где-то 50 выпусков, я просто, блин, я не могу, я сейчас, реально, я просто как маленькая девочка, которой подарили вот куклу Барби. Я просто, я в ахуе, народ, вот, честно вам скажу, я просто в ахуе.
Одуреть. Извиняюсь за такое количество мата. Перед всеми извиняюсь, честно, искренне извиняюсь. Я знаю, вы просили меня поменьше материться, но это лук на дровку. Лук на дровку с 30-й сокровищницы где-то. О, господи, Габен услышал мои молитвы. Ой, народ. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Это все благодаря вам. Вашей поддержке, вашими лайками, комментариями вы меня поддерживаете. Огромнейшее вам спасибо просто за это. Просто огромнейшее вам спасибо. Ну а на этом у меня сегодня все. Напоминаю, что у меня есть группа ВКонтакте с трейдами. И вы можете на нее подписаться и спокойно там трейдиться. Там нету мошенников, скамеров и так далее и тому подобное. За всем этим слежу лично я и мой верный друг Гена. Ну а на этом у меня сегодня все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео или стримы. А с вами был, как всегда, Кунька. Желаю пошлых подружек, адекватных тиммейтов и охерительнейшего дропа, народ. Я вас всех люблю и обожаю. Пока.